дешевое. Я поэтому не хотела такое стирать. Он здесь был в хате. А это для черного белья. Кстати, у меня черное постельное белье, нужно постирать им. Так, вот это вообще самое невкусное из всего, что есть. Ну, это тоже невкусно, поэтому мы это убираем далеко. Далеко, прикусное далеко. Это вкусное. Боже мой, с каких пор вот так вот я живу? Блин, я не знаю, эта полка выдержит? Да, я думаю, выдержит. Вот из этих двух, я думаю, все-таки я дам предпочтение этому. Этот поспокойней. Тот уж какой-то слишком странно слад. Так, а я этот выкину. Все, у меня до хрена уже кондеев. Можно не доливать. Я навела панику, но в итоге я все уже сделала. Что, я бы поела морозильные. А еще, так, мне надо сделать. Мне, наверное, не успею. Записаться. Записаться к этому. По коленкам. По суставам, правильнее так сказать. Вначале нужно записаться, а потом сделать МРТ. К врачу этому сразу нужно идти в МРТ. У него такие правила, и это признак адекватного врача. Нахуя ему принимать пациентов и говорить, сделайте МРТ. Знаете, что я хочу? Давайте, самые преданные. Что хочет сейчас Олеся? Что? Я думаю, один человек да угадает. Нет, не секс. Нет. Ну, кто меня знает? Кто часто на эфирах и... Ну, почти! Это уже ближе! Да! Я хочу писать! Видите, какой у нас просто, как это называется? Entertainment, или как это слово? Приключение. Ну, в общем, Adventure Time. Нет, интерактивщик. Супчик. Я сегодня ела супчик. Я оказалась еще с мясными фрикадельками, не с куриными. Но я думаю, я его не съем. Меня он как-то пугает. Я куриному-то мало доверяю. Ну, в общем, у меня 3 супчика дома. Ну, уже 2. Так, отключаем звук.